Разработчики спалили голос нового персонажа на своей трансляции в ЭКБРЛ. Ребят, прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь, и последняя цифра вашего лайка покажет, какой бравлер вам выпадет из мегаящика. Вчера, 19 апреля, на трансляции в ЭКБРЛ можно было услышать вот это. Персонаж женским голосом спрашивает, как он здесь оказался и как ему отсюда выбраться. Ну а теперь про редкого бравлера, которого я вчера показывал из семейства ассасинов. Я все-таки смог найти неразблюренную картинку, и теперь мне известна его атака, ульта, гаджет и звездная сила. Давайте с ними быстренько ознакомимся, потому что вдруг этот персонаж реально будет добавлен в игру. Ее основная атака быстрая, длинная и наносит 3 тычки по 896 урона. Она стреляет разноцветными лучами и поджигает своих противников. Мне кажется, это слишком имбово и пока похоже на фейк. Ее ульта запускает красочный луч, покрывающий большую площадь, и наносит 3000 урона, так еще и поджигает врагов на 4 секунды по 400 урона. Ребят, мне кажется, это точно фейк, и даже с гаджетами и звездными силами знакомиться не стоит. Но если все-таки вам интересна информация про бравлера Руби, то, пожалуйста, напишите в комментариях, и я постараюсь более подробнее с ней ознакомиться.